30 марта, в соответствии с рекомендациями труда, мы закрыли личный прием граждан. При личном приеме, конечно, граждане, дистанция никогда у нас не соблюдалась, и поэтому опасность, скажем так, заболевания, она была очень высока. Вместе с тем, закрыв личный прием, мы проработали различные средства и способы коммуникации с гражданами. В первую очередь мы на, скажем, базе управления создали такой единый центр приема услуг обращения граждан. Это многоканальный телефон, когда гражданин может по нему позвонить, обратиться, обозначить свою какую-то проблему, либо просто получить консультацию. И, конечно, мы не на этом не остановились. Есть интернет-приемы. Туда кликаем и проваливаемся, заходим. Там легко можно заполнить вкладки и выбрать соответствующие вопросы и направить письмо. Кстати, сейчас именно граждане, скажем так, именно этим больше ресурсом пользуются. Письменных обращений сейчас стало гораздо меньше. Ну, скажем, единицы. Именно большей частью пользуются это юридические лица в основном. Ну и, скажем, граждане это более пожилого возраста, для которых, да, интернет это немножко пока еще сложно и тяжело. Есть личный кабинет со стороны исполнительного производства. Если вы являетесь должником, взыскателем, вы можете в нем зарегистрироваться и получать всю информацию о ходе ИП в рамках данного личного кабинета. И там же также можете направиться в какое-либо обращение. На сайте есть еще ряд сервисов, которые, да, это вопрос-ответ и часто задаваемые вопросы, где же может зайти во вкладку, часто интересующие вопросы, и там выбрать свой, и там будут краткие разъяснения. Что касается личного приема, 23 июня, да, мы прием возобновили, но прием возобновили не в том формате, в котором он есть, а сейчас это по заработке у нас сервис, это запись. Электронная запись на личный прием, там у нас дежурные приставы есть, они у нас принимают ежедневно в течение всего рабочего дня в каждом подразделении. Выбрали дежурного пристава, выбрали время, там 20-минутный интервал у каждого пристава исполнителя, записались, чтобы не создавать очереди или соблюдание социальной дистанции, прийти на прием. Кроме того, с введением режима ограничения личного приема, мы дополнительно, скажем так, разместили на районных подразделениях, в районных подразделениях дополнительные боксы, куда гражданин может прийти, да, письменно мог бросить какое-то свое обращение, либо, ну, заявление в этот бокс. Эти боксы, как-то часто у нас выемка производилась. Дополнительно там разместили номер телефона, это был сотовый номер мобильного телефона. Когда гражданин подошел к двери, дверь закрыта, прием не считается, он мог набрать, это звонок поступал в канцелярию, ему давали какие-то разъяснения по приему. Если он принес исполнительный документ и он хочет получить отметку, сотрудник выходил, принимал, ставил ему отметку. Когда у нас проект «Цифровая экономика», в том числе, и там есть такой раздел «Цифровое исполнительное производство», где, в принципе, будет немножко все, система будет изменена, все перейдет, скажем так, в цифру. Вся информация от начала судебного решения, либо акта иного органа будет туда вноситься, и гражданин сразу будет получать информацию, что в отношении есть какое-то взыскание в личный кабинет. И все действия, по факту, тоже будут видеть в личный кабинет. Но это перспектива, скажем, 22-23 года. Торопились ли оплачивать свои долги вот в этот период, когда полностью не работал в полном объеме службы? На работе, скажем, на результаты это не сказалось. Скажем, если там все платежи фискальный бюджет, а мы в этом году по 8 месяцам взыскали чуть больше, чем в прошлом. Это почти 2 миллиарда рублей именно фискальный режим пополнения бюджета. Наверное, все в курсе тем изменениям законодательства, которые у нас, да, есть в связи с режимом пандемии ограничения, что до конца текущего года, да, пристав-исполнитель не выходит в адрес должника, да, и не описывает и не изымает имущество, находящееся по его проживанию. Из дома сейчас, да, какую-то бытовую технику мы не арестовываем и не изымаем. Для граждан, являющихся получателями пенсии по старости, инвалидности, по потере кормильца, имеющих кредиторскую задолженность перед кредитным учреждением или коллекторскими, могут непосредственно обратиться к приставу за получением рассрочки. Рассрочка это может быть процент до 1 августа следующего года в равных долях. Всю информацию, да, о новеллах закона, конечно, мы и федеральная служба, и мы размещаем на своем интернет-сайте. По организации взаимодействия тоже мы давали информацию в средствах массовой информации на своем сайте, в порядке обращений. Как бы мы стараемся быть в этой части открытыми и доводить информацию до граждан, скажем, своевременно.